Таиланда. Светланка коротает последний день. Мучается бедная. Говорит, быстрее бы на работу. Доедает бангкокские бутерброды с Бангкока. Еще что там у тебя бангкокское? Короче, тайская жертва какая-то. И тайский чай вот мы заварили теперь. Крутой. Крутой чай вот такой вот. Такой вот такой крутой. Ну, моим друзьям, подписчикам Ютуба. Всем вот показываем, как мы тут прибыли. И тайскую жертву доедаем. Это вот такой улов наш последний. Только рыба Светлана наловила. Не выдавай наши рыбные места. А вот привет из Крыма. Даже есть в нашей коллекции. Ну, короче, вот такие дела. Погодка после Таиланда. Отпадная. Такая вот. Мокрая. Не жаркая совсем. Сколько там градусов? 6. Плюс 6 на улице. На улице в Германии города Висбадена. Плюс 6. Попусти, что себе Инстаграм открыл? Да, я хочу открыть Инстаграм. А что время терять-то? Ну, таиландский цветочек Светлуха себе привезла. Высадила. Теперь как в джунглях. Окей, лето. Время. Без 10, без 9. Сегодня 12 ноября, да? 12 декабря. Монтак. 12 декабря Монтак. И всем пока. До следующих встреч. Ставьте вот такие вот штуки на видео. И жмите на колокольчик. Они тебе нажмут на колокольчик. Или так, как вот вам нравится. Или так. На колокольчик. А лучше, конечно, вот так. Вот так. Всем спасибо. До свидания.